Мне Хак ответил, что может только ВС взять. Что это значит? ВС — это Сартарион, где три дракончика и один большой дракон Сартарион.
дела? Счастлив. Чё ты... Это ты будешь смотреть? Этот рейд. ОП. Ну, ну давай, врубай. Но там в другой дискорд надо. А, ну иди, иди. Там не будешь. Нет, тут посижу. Окей, ладно, давай. Да пребудет с тобой свет. Счастливого пути! Ищешь что-то особенное? Береги себя. Бля, Войт, ты уже забрался и сюда? А что? Да не, ничего. Так. Шаман наш зашел, блядь, а хант наш, походу, до сих пор дрыхнет. Надо вниз лететь. Да тебя сману сейчас. Ну, вообще, да, тут снизу, под храмом.
Я перепутал, Варов, понял. Я думал, тебе пишу это, Владу, а написал Егору. Он мне диск дал. Я понял. Нормально. Да делать нефиг, посижу стрим, посмотрю. Да, блядь, наш состав, если был бы, то можно было попробовать и на плюс одного, плюс двух драконов. Ну, хотя бы на плюс одного. Ну, так. Он на самом деле... Ничего не отличается, плюс один, плюс. Пуги даже собирают на плюс один. Да, ДПС, понимаешь? Ну, плюс одного драка, я еще согласен, мы можем потянуть таким составом. Но плюс два драка мы не потянем, вообще не потянем никак. Главное, чтобы ты не вывезли. Ну, там и хилы не вывезут, и как бы... И хер его знает. В принципе, можно попробовать, как бы, ну, плюс одного точно можно. Если я сейчас найду нам десятое тело, желательно на пол. Просто хотя бы попробовать. Плюс два, если не получится, плюс один, то 100%. Да, я знаю. Пинг у нас херачит сейчас. Это у всех. Кто там с кем драться начал? Заходите, короче, в инст. Там посумоним. Да фьюджа пока нету сейчас, я не знаю. Сейчас спрошу в гильде, может, есть кто. Тупо один свод в ЭС-ку. Всем привет. Здоровники. А чё, блять, у меня у одного, да, там подпингивать? Не, Никитос, это в сервер. Тут пиздец сейчас происходит. Забей. Вот, понимаешь, лучше бы оно, блядь, работы каждые полчаса были, чем вот это говно, которое сейчас происходит, блядь. Ну да. Реально было. Они часы будут и дальше идти. Так вот, нет, уже сколько минут? 10 сервак стоит вот с такими лагами. Что ищешь? Был плохой код, теперь хуёвый код стал. Но хоть не дисходит. Да, только толку, блядь. Того, что код они вроде откатили, вроде хороший сделали. А толку никакого. Только хуже сделали. Вот если хотя бы с дисконами еще играть можно, то как сейчас играть, я хуй его знает. Да и с дисконами тоже играть, типа на откат ОД. Ну да. Не, Юй, Коль, где-то полминуты, ой, полсекунды задержка есть. Пошли, блядь, на XT играть. Там не лагает вроде. А на X2 же у вас тоже там кто-то есть, или нихуя? Ну, там у меня так, походу. Почему с X1 же туда перекинуло всех персонажей? А, ну да, в принципе. У меня там аусик есть. У меня там шаман есть, другие есть теперь. Паладин даже есть. Да, у тебя там нормально. Ну, как у меня, в принципе. Там еще онлайн есть.
А я ебал с такими лагами играть. Метка срабатывает сразу. Слушай, ну вроде... Вроде что попускает. Как ты через чат проверяешь? Ну, кстати, да, через чат и через каст. Вот я сейчас кровавую ярость использовал моментально и крик на хп моментально. Ну, она задержка. Если новый скилл делать, то она задержки делает. То есть, если ты 3 или 4 скилла подряд один используешь, то нормально. А вот если, например, меняешь, начинается задержка где-то полсекунды. Точно. Где-то секунды по 2 ебет, вот это, грубо говоря, оно. Сука, что за, блядь, напасть нахуй? Как только хочешь кто-то, блядь, сходить, какая-то поебень происходит. Он наказан. Ну а нахуй ты, да я не ври. Иди ищи, блядь, настроение и возвращайся. Да, задержка, блядь, все-таки вернулась, нахуй, сука. Медведь, блядь, скользит. Я не знаю, честно, блядь, что делать. Пойти на X3, что ли? Добрать пугов куда-нибудь сходить. Да. Ты что, аниме заговоришь? Ну, это приспешница аниме заговорила. А, видишь, у них даже голоса одинаковые, блядь. Даже пишут одинаково практически. Решал проверить, что там на X3 как. Задержка нормальная, но не лагает, не лагает. Давай сейчас на X2 зайду проверю нахуй. Не, на X3 вот что-то на X2, не у всех есть персы. На X3-то, блядь, там нормально должно, наверное, быть такой онлайн. Блядь, что-то холодно стало резко, блядь, зима пришла, нахуй. Ой, бля, я хуй его знаю, что делать, реально, блядь. Суббот, ну они реально, они так проебут просто народ, на самом деле. Ну,
Перезагрузка нет? Через 15 минут. Должно помочь с лагами. Я подожду. На X3 заебись все? Никит. Да, да, я говорю, да. Я не знаю, короче. Ну, как вариант, либо ждем 15 минут, попустит сервак, не попустит, либо просто. Блять, Саш, ну а чё ты хочешь, вот скажи мне. Ну ладно, 1700 человек. То есть я ебу, блядь, это на арбе, нахуй. Это на X3? Да. Типа отсюда, оттуда прям вообще весь сервис сбежалось. Ну типа да. Ну половину съебало на X4, половину на X2, блядь, вернулись. Можно и ОС на X3 собрать, на плюс 3 драк. Ну, она, конечно, ну... знаешь, охота, блядь, типа, зависнуть там, где играем, типа, понимаешь, и как бы ходить там, а типа, прыгать туда-сюда, блядь, там за нишку. Ну, вот и я поэтому не хочу никуда сейчас переходить, ни на X2, блядь, ни на X3, я сейчас не хочу заходить собирать что-то. Потому что если... Ну да, как вариант, давайте поспамим на полном, блядь, на ОС-ку, нахуй, и все. Хотя, может, сейчас, блядь, через 15 минут и фьюдж проснется, там, все дела. Сейчас я ему еще раз... Сейчас я попытаюсь еще раз набрать ему в действие. Поспамьте пока, блядь, какого-нибудь на пульчик. Короче, тут все сдохли, 40 тысяч у босса, блядь, не его добить как-то надо. Ну я медведь сильный, справлюсь, да? Да, пойди, давай. Я раздавлю вас! Пока не могу его... Ваш триумф будет недолгим. Я командир Варус, заоблачный странник. Мои драконы обозревают небеса и защищают это место. Я позабочусь о том, чтобы Окулус не достался вам. Познакомиться.
все, не спамьте нахуй. Сейчас я фьюджер разбудил, блять. У меня это получилось, нахуй. Сейчас наша, блядь, сонная королева зайдет, нахуй, диск. А чё у нас тут так до хера, блядь? Где? В Одессе? Ну да. Нас подслушивают. Теперь нахуй. Ой, блядь. Да пусть посидит, послушает на свой ГМ гильдии, в которую мы вступили, это ёпта. О, кстати, Юй, поможешь мне плащик чарнуть? На броньку. Есть рейд? А ты себе плащик купил, да? Да, я взял 13-й с меткостью. У меня меткости не хватало чуть-чуть. Самая малость. Ты теперь типа танчить начнешь? Нормально. Ой, да иди ты нахуй. Конечно, начну танчить. Че, каково про товаров? Да вообще заебись. Я с него начинал на афе, блять. И, собственно, я теперь решил, что это будет последний мой проект, блядь. С кого начинал играть, с тем и закончу. А там его, блядь, уронил. Вон, фьюджер зашел. Сейчас это... Пожди, фьюджер зашел. No. А, да, вижу, зашел. А он походу зельку не выпил, я ему сейчас вряд ли смогу пати кинуть. Да. И в диск не заходишь, чтобы ему сказать, блядь. Что там вообще, блядь, интересного? Че ты говоришь, Никит? Да я смотрю, что мне там интересно. С ОСки? Че ты там рассказал? О, шо, блядь, не даже. Да, но это плюс 2 драка. Плюс 2 мы точно вряд ли потянем, конечно. Ну, плюс 1 точно можем. А, 200 это плюс 1, это плюс 1 драка. Одного драка можем завалить. А плюс 2 что? Плюс 2 это 213 шмот, но вряд ли потянем. Можно попробовать, конечно, плюс 2, но давай. Тяжко будет. Попробуем. Ну просто типа мы так ходили вообще, что-то хуя нет. Ну в плане там полетал, нет? Уже ж вроде как все доделили, наверное. Сейчас это, разберемся. Сейчас, я думаю, можно попробовать плюс 2 драка, но, блядь, будет тяжко. Юю, ты готов танчить, братик? Ну, он всегда готов. Я ему, типа, предлагал, говорю, пыльни шмот на танка. Когда да ты... наёбываешь. Он говорит, блядь, я буду НТшить, нахуй, вода, вот ты посмотри. Поставь шкаф, Саш, и погнали. Бля, вот теперь думаю, может, зря я плащ этот взял, просто если плюс одного драка закроем, и там выпадет плащ. Соки там 200-й. Ну ладно, пусть у меня на 13 уже стоит. Хуй с ним. Бля, фьюдж. Ой, фьюдж. Ю, не рассказывай, что ты, блядь, распылил шмот. Нас некому танчить, отэшить, кроме тебя. Что так лагает, пиздец. Да, вон, через 10 минут лаги перестанут идти.
На нервную. Умойся, пойду, чтоб проснулся. Это чисто у суров лагает все. Да, это суров поломали, где ММО делает. Нет. Сим, чё тебе? Ну иди в магаз. Ля, они опять откинули работу. Еще на 15 минут. Сука. Решал, соло пока похилишь. Давай. Че не вижу, блядь. А, вот что. Сима пока в магаз пошла. Заливаем сначала череп, потом крестик. Сим, раздай каски перед уходом. Хаммер раздаешь этим на крип. Блять, еще и доктор на одну минуту АФК. Да вы заебали, блядь. Давайте, идите быстро все АФК, блядь, 2 минуты и погнали чистить трэш потом. Нате вам перерыв. Хорошо, нате вам, блядь, 3 минуты. Идите 3 минуты, все покурите там, все. Не могли никто отойти. Сейчас вот только просыпаются. Как только я сказал, что идем трэш бить, сразу всем, блядь, понадобилось в туалет там и так далее. Чем быстрее... Ну, ты понятно. Ты понятно. Ну, сейчас, короче, 2.5 минуты еще и стартуем. Сима, ты тут еще? Нахера нам аура коня-то? Это заебись, конечно. Ну ладно. Так, у нас с той стороны 2 аниксовых, а с этой, по-моему, 1. Да, с этой 1. Не, вайп на трэш, на удачу я не хочу. Начинать будем через правую сторону, пойдем. На да, трэше что-нибудь особенное делать надо? Ну смотри, метку, которую я поставил, вот ее в первую очередь надо быстро залить, зафокусить точечно. После этого играть по остальному. Остальное уже там похеру, как в ППГшках, просто трэш. Стой там, дроби их этим рассекающим, да и все. Главное быстро зафокусить служительницу огня. Метки, которые я раскидал. Просто если ее быстро не зафокусить, то она призывает кольцо огня. Это шарик такой будет большой, который будет всех домашних ауешкой огнем. Что-то наподобие, как в Анкахете на Келесете. Ну вот я и хочу шадрона убить, да, шадрона убить, а тех двух оставить. Да. Я так и хотел, в принципе. Там просто с этим заморочка будет, с Веспероном. Ой, не с Веспероном, с вторым драком. Заморочка будет в том, что портал Шедрона, в который надо заходить, а и помимо еще второй портал, вот у того дракона, у дальнего, он призывает оттуда кучу трэша мелкого. Вот его надо будет напуливать на офтанк. Да, там по-любому хилам только тащить. Да и танки на что-то нормальные были. Так, ну чё, РЧ на присутствие, на готовность. С оргазме чё не хватает тебе? Ну это да, это я согласен. А ещё чё? А, только мозгов не хватает.
Ну я тебя отсыплю чуть-чуть. Никита, ты докурил? Я, ну, блядь, да. Ой. Этот, Ауз, докурил, не? Соул бешеный ты наш. Кто еще в камере? Сават в камере? Да. Ну, похуй, пошли, сливайте метку, дальше, дальше похуй. Сейчас. А, фьюж еще в камере. Не успеют метку слить, без двух. Да, у нас как обычно РТ в 8, блядь, начинаем в 9. О, шекет тут. Все, похеру, гоу без хода. По правой стороне начинаем правую сторону, блядь, начинаем, с которой я стою. Аус. Поверни он свою поверни свою толстую жопу. Не туда, не туда. Вот сюда, да, правильно, красавчик. Просто красавчик. Оттуда Starfall прожимай к нам, нахуй. Зафокусили быстренько. Пошла сова, блядь. Да, без напула тяжко, блядь. Слушай, может, плащик этот, если выпадет сове, отдадим пустанчик, блядь? Да, я вот уже думаю об этом. Аус, ты ж в мишке качался, давай мы с тебя мишку сделаем. Не, так в мишке у него не столько агро будет, блядь, совет побольше будет. Меня пиздят хулиганы, сука. О, когда хулиганы пиздят. Бля, я застрял. Окуярим.